Да, сдает немножко. Кобелечка. Кобелишек. Итак, зачем мы пришли на общий двор? Мы хотим вам показать Варечку. Варечку, Варечку. Это не Варечка. Здравствуй. Иди сюда. Иди, иди сюда. Лорочка. Лорочка. Где Варечка? Лор. Ты выгнала Варечку? Да? Нет, это твое законное место. Да. Так. В общем, Варечка. Вот это ж ее вольер, да? Да. Сейчас посмотрим. Вольер открыт. Варечка может сюда зайти, когда хочет. Но, как мы видим, Варечки нету. Каша стынет, она приходит сюда есть, спать. Вольер вот так вот прикрыт. Но Варечки там нету. Она где-то, скорее всего, под вольером, возможно. Не знаю. Может, и не под вольером она. Под первым, думаете? Сейчас посмотрим. Маргарита говорит, что, возможно, вот тут она. Посмотрим, посмотрим. В общем, она выходит, гуляет. Привет, Варь. Да, она здесь. Оп. Как твое лицо, Варечка? Лицо на месте, нормально? Тебе тут по приколу лежит, Варюнь? Ты как Лорочка? Там прохладно. Ну, что, нравится ей там лежать, пусть лежит там. В общем, она не голодает. Ходит есть к себе вольер, возможно, еще куда-то. Так что вот такие новости. Варечка стала выходить на общий двор и общаться со всеми. Вот, пока ни с кем особо не законнектилась, но мы надеемся, еще найдет себе друзей по душе и, может быть, будет тут бегать, щеголять еще дальше со всеми. Да? Мелисса, иди сюда. Мелисса, Мелисса. Здравствуйте, здравствуйте, Мелисочка. Как ваши дела? Ходите на всех четырех? Пока, Мелисса.